Куда? Да не прячься. Так, конкурс. Ребята говорят, конкурс, сколько здесь коробок. Подожди. А, вот еще. Ну вот одна точно есть. Елки-палки. А вот еще. А этот, это хозяину коробок, кому цену сказали, да, веревка? Веревка сразу, да. Елки-палки. Слышишь, только что к вам еду. Едут два мотоцикла Днепр навстречу с колясками, такие отреставрированные, красивые. Потом едет, я даже не успел, надо будет в замедленном посмотреть потом, когда буду с онлайна. Короче, АК в камуфляже, бампера силовые, какой-то багажник на крыше. Ну, вроде АК было, я не понял, что это было, но что-то такое компактное. Так, а сколько же здесь коробок? Ёлки-палки. А, о, это мозги, да? Четыре коробки. Четыре коробки? Блин, раскрыл секрет. Так, подожди, четыре. А, разложено где чье, да? Или так, чуть-чуть перемешали? Ну, не сильно, да? Да, чуть-чуть, не сильно. А это пятое? Что-что? Да, это пятое. Короче, работы хватает. Блин, нормально. Так что, заезжать уже? Хорош мусорку. Подожди, давай же этот. Уборка. Так а сколько таурах чинили? Долго? Или неделю, запчасти? Неделю. Неделю? Это с запчастями совсем? Угу. То есть от момента заехал? Пять рабочих дней. Нормально. О, вот это что, золотое что-то? А это савушки, 152 калибр. Гильза. Гильза? Хорошая гильза. Это с 15-го года осталось. Я понял. А это с чего? Это с Peugeot. Peugeot? Да, 307. Тоже ломается? Да, как сейчас. У кого, скажи, коробки самые надежные? У Toyota. У Toyota? Да. А потом? Потом Amsterdam идет. Volkswagen. Volkswagen потом, и да? И потом Mercedes идет. После Toyota? Да. Потом Volkswagen? Да. BMW где-то далеко, короче, ну, я понял. Я еду, слышишь, говорю. В чем проблема, что вот Toyota как бы старается делать вот тайсоновское, они с той стороны, то есть делают для себя. Преимущество Мерседеса, что они делают сами Мерседесы, делают сами для себя как двигателя, так и коробки. Ага. Допустим, Бавария покупает у ZF коробки. Я понял. Я, слышишь, еду на машине только что с онлайном и говорю, ты мне чинил коробку, 10 лет прошло. Я вот 10 лет езжу, она не сломалась. Так давай мы сломаем сейчас. Да не надо, оно там и так что-то, ну как в смысле, понял, когда резкий разгон, останавливаешься, опять наступаешь, есть какой-то, ну не успевает. Ты масло менял за 10 лет? Да менял, да менял ты что, да нет, оно было, я так понимаю, или трансформатор, или что-то это, то есть какой-то есть, понял, как догоняет, но это в каком-то очень таком экстремальном только режиме происходит. Нет, это просто уже, видать, соленоиды просто не успевают. А, не успевают? Отрабатывать. Угу. Отключение, включение уже, понял, они уже подустали за столько лет. Ну, блин, скоро юбилей у Бахи Семерки, в следующем году 20 лет. Видишь, двери подустали немного тоже. Ну, на скорости не видно. А, точно, слышишь? А я к тебе через лес ехал только что. Ты знаешь или нет? Через Княжичи, короче, с Бориспольской, с улицы Бориспольской до Княжичи ровно 5 км просто. Я покупатель был, короче, заказал диски, я ему везу диски. Там, типа, думаю, пробка на Ленинградской здесь, ну, где вот развязка на Красноткатской. Поеду по окружной, объеду через Фози, поехал. Короче, у меня получилось, там, где Фози мост перекрыт, не работал, это осенью было. Поехал следующий мост. Короче, у меня вышло 58 километров до Княжичи. Человек со всеми объездами, заездами, человек говорит, так тут, говорит, через лес 5 км, говорит. Я, блин, говорю, а где покажи? Говорит, вот сейчас я тебя выведу, поставил меня прямо, говорит, вот так прямо едь, 5 км, я на Бориспольской улице, возле дома. Короче, шок просто, то есть 58 и 5. Только что на Бэхе нормально проехал, удачно. Так, короче, 4 коробки. Кому надо починить, приезжайте, будет 5-я, да? Да. 6-я, 5-я на полу. Так, все, всем пока. Сечевых стрельцев 2, бровары. Да.
оно чуть дальше шипшина типа показывает, да? Да, шипшина. Шипшина, да. Чуть от шипшины недалеко. Короче, на онлайне посмотрите, куда ехать. Все, всем пока, подписываемся. Восьмиступенчатые чиним. Чиним все. Какая подача самая сейчас? 8 больше нету, да? Передач. Да. Ну, BMW тоже 8. Да. 12, да, вариатор.